меня для вас есть супер эксклюзив. Построим Жигу царь всей страной. Подробности по ссылочке, свайпай, переходи, читай. Максимальный репост. И мне важно каждое мнение. В эфире вышел фильм про Дамира Диатулина. И вы наверняка знаете, кто это. А если не знаете, обязательно смотрите и узнаете. Фильм называется «Как стать гонщиком». Подробности и ссылка в следующий сторис. Бьет арендную Сильвию в заезде с Антоном Сваринским и займет 4-е место по итогам сезона. 2018 год ему придется пропустить. В это время команда Fresh Auto создает конкурентный состав на 2019 год. Федор Воробьев. Дорогие друзья, я, конечно, под сильным впечатлением. Это просто невероятно. Больше 2000 комментариев. Спасибо вам за помощь. Номер 2, выбираем его. Все-таки номер 1, я хочу сказать, чтобы вы не расстраивались, потому что мне он тоже искренне нравится, и просто так бы я бы не писал этот пост для того, чтобы, да, определить все-таки, что же выбрать, потому что сам не мог. Я хочу вас заверить, те, кто поставил номер 1 в комментах, обязательно будет что-то интересное, и просто эту идею надо немножко доработать.